Всем привет. Сегодня мы меняем игру, так сказать. Прям конкретно меняем. Потому что в прошлый раз я кидал кубик, выпало 3, блять, мне похуй. Людям игра не зашла, да? Говорят, ёбаный рот, скучно, непонятно, непонятно, скучно. Я говорю, хорошо, будем играть Шерлок Холмса. Почему бы и нет? Громкость, музыка, звуковые эффекты. Звуковые эффекты я делаю тише. Вот где-то так. Фон. Что такое фон? Фон, звуковые эффекты не одно и то же у нас, да? Ладно. Короче, вот так сделаю. Нормально. Погнали играть. Игрушка. Судя по всему, украинская. Че, блядь? Памяти украинская небесный сон. Хохлы опять везде, блядь, проникли. Даже в американской... Frogwares Present. Crimes and Punishments. Starring. Кто это? Актер? Шерлок Холмс. Доктор Ватсон. Инспектор Лестрайд. Какая-то миссис Хадсон. Microsoft Zems. Вигинс BC. Судьба черного Питера. Черного в том смысле, что он просто окрашен в черный свет. Конечно же, ничего тут такого нету, того, что может быть. Ладно, погнали играть. Сидит чел какой-то, читает книжку про Федора. Хорошо. Кто-то застрелился. Ух ты! Порядок с башкой, чел. А, понял. Судя по всему, то Холмс, а мы этот, доктор Ватсон. Все-таки один момент. Аудио. Очень громкие звуковые эффекты и очень тихие диалоги. Не знаю, а чё, вот выстрел, это что, звуковые эффекты или что это такое? Побежал, блядь. Головой вертеть нельзя. Какой-то дебил, что ли, я не понимаю. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Нет, блядь, не я, нахуй. Твой батя поднялся с могилы, пришел. Целился в вас. Короче, Холмс припизнутый, понятно. Quiet, please. I'm trying to concentrate. Уверенные шаги. Звяканье наручников. Полицейский. Девятая ступенька не стыкана. Инспектор Лестрейд. Лестрейд, what is it this time? He can see me? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. Нихуя он этот. Also known as Black Superman. Has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Не очень различаю, блядь, Ватсона и инспектора. Они какие-то одинаковые, нет? Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. Значит, у нас есть дело какое-то. Убили какого-то черного моряка, кого-то там, что-то там. Retired in 1884 with a small fortune. Скорее всего, просто поскользнулся на член, чей-то заехал, но... Near Forest Row in Sussex. Мы будем расследовать. It was where he lived for 6 years. Мы узнаем, кто это сделал. Суссексе. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious. Вообще, разве Шерлок Холмс инспектор когда-то приходил к ним, нет? Чтобы давать дело, обычно к ним какие-то бабки, тетки приходили, типа, а, мой внук ебался, проверьте, пожалуйста, как. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. Минус порох. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. Всем похуй на твои дела, ты работаешь на Холмса.
А, ладно, понял, Холмс, подкаблучник. Нажмите X, чтобы открыть журнал, и как и узнать, и... Раскройте убийство Питера Керри, изучите место преступления Вудсман Ли, выберите из своего гардероба подходящий костюм и присоединитесь к Лестрейду в Вудсман Ли. Мы снизу вверх идем или сверху вниз? Судьба черного Питера. Тут, блядь, тут это черный Питер. Если на Твиче стримить такую хуйню, то можно два бана сразу заловить, если что-то не так сделать. Но ладно. Вудсман Ли, Бейкер Стрит. I cannot leave yet. I am not finished here. А чего тут не закончил? Одежь бы свою. А, я понял. Мы перемещаемся. Вот он, черный Питер. Долбился с китами, ага. Так, перемещаемся мы через карту, судя по всему. Пойдем посмотрим на город. Хуя даже тут что-то. Воу! Вот это вид. Спасибо, блядь. Тут он не крутится, телескоп, чтобы понимать. Столько вот на это, блядь, междусисечное расстояние, блядь. Видок идет, окей. Расчлененка какая-то. My analysis table. It is useful for my work. Спасибо. Бабка подметает. Ватсон что-то там срет. Эй, мистер Ватсон. Along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Холмс какает, а эти упирают. Чего тут, блядь? Заноты какие-то. Здорово, мать. Oh, what a mess. What a вот terrible ты mess. Дебил. Да ладно, бабка, ничего страшного, мы сейчас это все уладим. Вот, а. Ватсон, не хочешь присоединиться? Ну ладно, как хочешь. Мисс Хадсон, как вы там, нормально все? Мисс Хадсон? Не, все недовольна, ей нужно что-то поменьше. This is where I keep my post. My archive. Кому, can... с кем он разговаривает? My archive. Полностью. I can always consult with it if needed. А? В этой куче дерьма он может найти информацию. Да-да. Попизди дальше. Погнали, мне нужен гардероб. Бля, красивенько. Так неплохо, неплохо. Книжки, хуишки. Ленин стоит. Так. Мне надо переодеться, да? Шкаф. О! Ну, мы причешемся. О, очки. Чисто фриц. А что значит... Заблокировано или что значит? О, чисто, чтобы все бандиты нас боялись. Бать, пенистрелла какое-то. Нормально. Выбранные вами недоступны. Шляпа клоуна, блядь, доступна. Охуеть. Выбор, блядь. Ладно. Магомед, Мухмед, Ахмед, Козья пизда, Малафья. Да нахуя тогда мне давать этот выбор, блядь? Ладно, давай переоденемся. Что я выбираю? Галстук? Бандит. Фермер. Фу, мы будем переодеваться, ебать. Это хорошо. Зеленый. Все, погнали. Мне кажется, я подходяще оделся. Погнали дальше. Куда тут? Эй, мистер Хадсон. Входим, приходим. А это кто тут? Ватсон живет. Ватсон. Я твой костюмчик, пожалуй, надену. Нет, ты не против? Ты же не против? Где он? А где твой гардероб, Ватсон? Ты без гардероба живешь?
Так, ну мы на Бейкер-стрит, мы ее вот смогли. Погнали. Ох, открыть журнал исследований. Тут прям вот так вот. Сведения о жертве. Родился китобойник. Скандинавия вышел на пенсию. Молодец. Документов нету. Диалоги есть. Зачем мне диалоги? Хорошо, приехали. О, сука. Здорово. Мистер Холмс, I'm over here. Come on. Чё ты, блядь, подгоняешь меня? Мудло мусорское. Осмотрим сначала место преступления. Сад выглядит весьма прихоженным. Так. Про садовник спрашивают. Мистер Холмс? Мистер Ватсон? Так, куда дальше идти? Не могу бегать. Нет, не могу. Земля вокруг. Нихуя, смотри, что тут это, тут какая-то X-ray, блин. Сконцентрируйтесь на поиске деталей, которые другие не знают. Земля вокруг дорожки. Следы. Посмотреть. Следы довольно большие. Никто не заметил. Тут просто коп их рассматривает, а так их никто не заметил. Требуется линза. Или улика. Улика требуется. Это же ботинок, что ли? Слушай, давай я тут потопчусь, ты же не против? Чисто, что нет. Так, ладно, сад выглядит ухоженным. Ухоженно выглядит сад. Слушай, ты точно не предатель? Я вот тебя в свою лупу рассматриваю, ты очень подозрительный. Мистер Холмс? VR написано, ты из виртуальной реальности? Из будущего, то есть в кибитку нас не пустят, ладно, хорошо. Так, следы, качаны капусты. Окей. Блин, что-то пройти не могу. Что тут еще есть? Подозрительного, а? Бабка подозрительная вообще, кажется. Зачем ей шляпа, если кто-то умер, а? Надо снимать, блядь. Инспектор Лестрад, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. Шаболда и убила. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. Пизда тебе, бабка. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. У, сука, смотри, как брови. Что-нибудь необычное, это когда нашли тело, если садовник. Я все могу задать? Что-нибудь необычное этой ночью? Madam, can you tell me if you saw... Ну-ка быстро вспоминай, сука, что необычного видела тогда. Короче, до часа ночи, да? Услышал я ужасный крик, но ничего не заподозрил. Он мог кричать всю ночь, когда напивался. Да-да-да. Вечер перед убийством. Can you please tell me what occurred? Вечером до убийства. Питер постоянно пил, он был в ужасном состоянии. Обычно, что бы ни происходило, он всю ночь оставался в хижине и пил. Что значит, если он пил? Если он пил, он, значит, не мог дать хороший отпор. Значит, его убила женщина. Значит, эта баба его и убила. Я Шерлок Холмс. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband wouldn't. Он ее бил, видимо. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and, oh dear. Она не очень сожалеет. Это актерская игра. Гости были? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here. Слушай, соло бухал. Ну понятно. Его уволили. Он начал жить дома. А эта Шаболда не смогла со своим любовником, а любовник у нее садовник. Я Шерлок Холмс. Do you employ someone to look after it? It is true. There is a lot of work, but my husband took care of it himself. В смысле? Да ну нахуй, как это так? Опа. Опа.
Чего мы делаем? ЛБ назад вперед. Ух ты. А что я делаю? Я не понимаю, что происходит, блядь. О! Католические четки. А, так ее надо было обследовать сначала. Так, перчи. Садовые перчатки. Хохлатая синица, блядь. Ебать. Тут, смотри, секатором, секатором она его порубила. Явно в перчатках. Нет? Скворечник. И что-то еще осталось. О, амулет Камея. Портрет персонажа создан. Ну-ка. Теперь все станет проще. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? О, хорош, хорош, хорош. Oh my goodness, but how do you know about that? Чего? А чего? Не понял немного. А что она сказала-то? Джудит приехала издалека, из местности возле старых сосновых лесов. Где улики? Откуда вы узнали о Плимуте? Паломничество. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. ГГ. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. Паломники. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. И пизданули потом. What happened, Mr. Holmes? How extraordinary. Thank you, madam. О, сука. Тебе пизда, старая. Да-да-да. Так, супервизию активируем. И что мы видим? Ничего не видим. Суперзрение ничего не говорит. Ладно, пошли сюда. Welcome. Mr. Holmes. Мистер Ватсон. Так, а вы уже тут? Не по... А где Пердуленко? Капрал этот, как его там? Лейтенант. Она за садом ухаживает. Садовые перчатки явно бабские. Это раз. И во-вторых, скорее всего, цветы политы, хотя чел сдох. Как-то это так. Опа, что это такое? Наперсток какие-то. Блять, похоже на хижину Хагрида. Или на утро в деревне. Вот так вот это... Нет. Вот так вот это утро в деревне, блять. А вот так это хижина Хагрида. Что-то петух там орёт, блять. Не ори, не мешай мне. О, сука. Что-то я не очень понимаю. И чё? Домой-то пустите, чё уж гости, нет? Ну-ка в окошке подглядываем. Не видно нихуя. А где меня ждет? А, вон он. Все, вижу, погнали к нему. Быстрее ходить нельзя. А, нет, можно, можно. Блять, кто так делает? На курок быстрее ходить. Что значит требуется улика? These footprints appear to be quite large. Что требуется, улика? Башмак требуется? Ладно, давай, старый, с тобой поездим. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care of the спасибо большое, Котлар. Ну-ка. Чисто тут. Прогуляйся, прогуляйся. Тут явно кого-то на вертел вешали. Ладно.
Ну что ж, мистер Холмс, мистер Ватсон, спасибо. The door is locked. Дверь заперта. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter. Запер, а ключ только у бабки. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. Ой-ой-ой. What is it, Lestrade? Что кто-то взломал? Seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. О, сейчас мы, блядь, своим супервизором как взглянем. Дверь, дверной замок, слушай, ну ты царапины. These scratches are fresh. Свежие, да, согласен. Срок годности не истёк. Right. Someone tried to force open. Охуеть, надо быть гением, чтобы до этого догадаться, а так непонятно. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Правильно заметил. Perhaps he did not have the right tool. Вероятно, что у него был ключ. И он специально это сделал. Фу, блядь, воняет так, как трепятины. What a terrible way to die. Way to die, блядь, он как будто это выбирал. Way to die. Подрубаем свой супервизор. Что мы видим? Подозрительно пустое место. This place is not covered with dust. Согласен, спиздили сундук. Спиздили сундук. It was larger than a book. A box or a small chest. Это chest, это сундучок маленький. Согласен, согласен, согласен. Надо будет у бабки. Нет, этот сундук сюда не подходит. Надо будет у бабки спросить. О, зелье на ману, зелье на хп. Old navigation instruments, nothing interesting. Ничего интересного, забудешься в лесу, посмотрим, что будет. Ботинки мы спиздим, мы будем проверять к следам. Harpoons for hunting. Harpoons. И одним из них его... Так его синий кит убил, получается. За то, что он, блядь, собратьев его пиздил. Выходит, что так. Опа, две рюмки. Кто-нибудь в здравом уме пить с двух рюмок, а? Почему их две? Someone drank from this glass recently. Два. Это самая основная проблема. А это сказала, что не было гостей. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Крутим, вертим. Че ты откроешь? Кистет-то. А дальше кто будет открывать? Дальше он не открывает, смотрите. А, там табак. Ой, блядь, я аж на табака чихнул, пиздец, воняет. I must construct my associations in one picture. Ебать, ему надо что-то там собрать, смотрите. Корабль, тут корабль будет, парусник. Я это вижу. Охуеть, а... Табачный лист двигать, в смысле? Трубка двигать. Чего, блядь? Чё, в смысле, кого двигать-то, нахуй? Зачем это? Блядь, чё? На кой хуй это двигать, я не понимаю. Я думал, просто совместить, а так это до неебенных этих... Становится сложно сделать. Право-влево могу двигать, да? Что это такое? Вот и сюда надо двигать, да? О, о! Что-то собирается.
Вот так вот. А это на край. Вот так вот. И хули. Так вот, идеальная картина, не? Четко. Quite strong and very popular among sailors. Оп, и себе забрал, правильно. Вечерком можно будет занюхать. A sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Согласен. Что он наслаждался всяким говном. Так, я просмотрел время, 26 минут идет. Не знаю, по сколько серий это делать. Надо не по времени, наверное, а по сюжету все-таки. Сейчас мы закончим на месте преступления, на этом мы остановимся. А вы мне расскажете, стоит, не стоит снимать дальше, интересно, неинтересно. Поворачивайте, и еще стоит ли вебку включить, вот, не знаю, вот думаю, все. Вебка нужна вообще? Нахуй не нужна. Поворачивайте объект, чтобы осмотреть или найти чего-то там, ДХН. ДХН. Ну, открывай, почитаем. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Что так взял? О. These abbreviations mean something. Счета в банке. Это номера кредиток, нет? Ух ты ж, блядь. Нож. Зачем нож, если его затыкали капуном? А, значит, его не юзали, this да? Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Хэш, маленький пеструн, забыл такой же гарпун, махались бы, как, блядь, в 18 веке на мечах. The force of the blow was immense. Ну, значит, моряк протыкал. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew. Так они с ним бухали. Это же видно. О, Игорь, что там такое? Фух, ёп. Че шо это? Найдите пару связанных улик и получите дедуктивный вывод. Красный цвет означает... Чего это такое, ёпта мать? Нет садовника, попытка злого. Записная книжка, нет садовника. Чего, блядь? ДХН. А что я должен соединить? Нет? Записная книжка и что там? Нарисуйте картину происшествия, используя задачу устроить засаду. Чего? Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Согласен. Организовать засаду. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Так, мы типа все посмотрели. Давайте еще посмотрим, потом уже засаду будем организовывать. Потому как... Ну ладно, окей. Организовать засаду. Так, слушай, дед. О. Что за медаль тамплиеров? Мистер Холмс. Мистер Ватсон. Так, инспектор. Короче, засядем тут, well, поиграем в картишки, потом дебила выловим. I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight, when they will be better prepared? Aha! Ха-ха! So what do you propose?
Ты тупой? А что можно предлагать, если он вернется? Наверное, по домам пойти, доту смотреть. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Скорее всего, никто не придет, если бабка будет знать то, что она знает. Так, чисто. Чисто мой совет. Мистер Холмс? Мистер Ватсон. Так, а куда нам дальше идти? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carrie's cabin. Кэрри возле окна. Так. Ну, пойдемте подготовим место. Так скажем. Ничего, что я бегаю у вас в саду, нет? Возле окна, за хижиной. Поговорим. Курил ли Питер? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. That he hadn't smoked in a very long time. Опа, не курил. Личные бумаги Питера. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Спиздили. Thank you, madam. Так. А где мы будем с саторками? Мистер Холмс? Мистер Ватсон, это, чё тут такое? Почему мне это не открывает? Газонопердилка какая-то современная слишком уж. Вот здесь мы будем засаду организовывать, чё? Тут я не прохожу, слишком полный. На самоизоляции разожрался. А что я должен тебе сказать, не знаю? Так как... Я не понимаю, что я должен сделать, блядь. Что должен засаду сделать? Найти место? Все, вот. This looks like the perfect hiding place. Так резко, блядь, начали грузить. А чё, хорошего места, блядь, пиздец места хуйня какая-то, нет? А с хозяйкой договориться? Типа мы на похуй сели и все. Два школьника, блядь, за училкой подглядывают. Давай скримера. Did you hear that? Ты свистани еще, дебил. О, вот она, козлина, пришла. Что за дрыщло? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Так, мы организовали засаду. Погнали. Тут нельзя выйти, это что за бред? Погнали, посмотрим, кто там. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. Что попалось? Может, кто попался? Здорово, Клоун. Ты ёбнул старика. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you, I am innocent. Да ты что? А я не детектив, я президент. And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just... Говори четко, по понятиям. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. Инспектор, ты заламываешь слишком. But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Ну, пиздой нас назвал, э. Enough. Еби ему. Explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But in light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Так мы не того вообще схватили. Он типа вообще левый чел. Он просто блокнотик выронил. Чего там? Чего там? Что? Бабка, детка.
Ну ладно, окей. Так, я думаю, что думаю. Я думаю, что на этом мы заканчиваем. На сегодня. Мне лично игра понравилась. Не то, что Gone Home, потому что Gone Home непонятная херня какая-то происходит. Тут у нас хотя бы ног нет. Красивая игра, красиво сделанная, блядь. Есть какой-то сюжет, есть какие-то фишки вот эти вот всякие. Вот эти вот суперглаз, блядь. И вся прочая херня. Так что будем играть. Пишите. Пишите в комментарии, стоит ли включать веб, стоит ли проходить игру. Оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, ребята. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч.